Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Они знают, где покупать. Ломбард Титан. Для всех и каждого. Лучшая цена в джинс-банке. В октябре джинсы по 890 рублей. Торопись, можешь не успеть. Торговый центр «Микс», Аленка, Андрей. Котельнический районный суд вынес приговор 33-летнему Сергею Сметанину. Молодого человека осудили за разбой и убийство собутыльника. Напомним, Сметанин ремнем задушил 63-летнего Василия Безденежных. Тело потерпевшего обвиняемый спрятал в подполье. Потом я пошел в комнату, взял на диване кепку, одел. Потом я там увидел на вешалке ремень. В день убийства обвиняемый Сергей выпивал в доме потерпевшего. Затем, по его словам, он лег спать, а хозяин дома заставлял его идти в магазин за водкой. Будил спящего гостя Василий ремнем. В итоге словесный конфликт превратился в рукопашный бой. Я обхватил его руками и сделал ему небольшую подножку, и мы начали падать вместе. В этот момент ремень выпал из рук потерпевшего. Сергей сначала стал душить собутыльника руками, затем взял ремень. И начал вот так вот душить. Сжимайте, демонстрируйте. Вот. Потом я накинул на шею ремень. По словам обвиняемого Василия, он душил около 10 минут, после чего проверил пульс потерпевшего и решил скрыть следы преступления. Вот так вот я его туда заталкивал. Сметанин сбросил тело в подполье, закрыл люк, а сверху поставил пылесос. Дальше что сделал? Я вышел, закрыл дверь на замок и пошел. Ключ где при этом остался у вас? Да. В полицию обвиняемый обращаться не стал. Он скрылся с места преступления. О происшествии сообщил родственник погибшего. Днем 2 июня житель города Котельнич пришел в дом к своему отцу, чтобы проверить мужчину, так как он некоторое время уже не выходил на связь. Увидев, что на двери дома висит замок, мужчина взломал дверь, вошел в помещение и в подполье обнаружил тело своего отца без признаков жизни. После заявления в полицию Сергея Сметанина задержали. В кармане у него обнаружили ключи от дома потерпевшего. Вскоре обвиняемый дал признательные показания. Известно, что мужчина был судим за разбой, а также за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. В прошлом году он освободился из тюрьмы, и теперь по решению суда Сметанин должен будет провести в неволе еще 15,5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Михаил Вагин, место происшествия.